Всем привет! В этом видео я покажу, как менять количество цифр общего кода на домофоне Eltis CP100TM8. На данный момент у нас стоит 4 цифры. Мы можем поменять то ли на 3, то ли на 5. Давайте мы это рассмотрим. Ну, в общем, для начала мы войдем в системное меню. А чтобы войти в системное меню, удерживаем кнопку V 7 секунд. Пароль по умолчанию 1, 2, 3, 4. Нажимаем 3. Выбираем такое количество цифр, которое мы захотим себе поставить. Давайте мы сначала рассмотрим, как будут выглядеть 3 цифры, и потом, как будут выглядеть 5 цифр. Давайте мы сначала рассмотрим, как будут выглядеть 3 цифры. Нас попросят задать новый общий код. Например, введем, давайте... Стандартный будет 1, 2, 3, но мы придумаем свой. 4, 2, 3. Теперь у нас домофон открывается новым кодом и 3 цифрами. Теперь давайте посмотрим, как будет звучать, вернее, работать 5 секунд. Нажимаем 5. Теперь тоже придумываем любой код, который мы хотим поставить с 5 цифр. Давайте мы поставим код 1, 2, 3, 4, 5. Теперь домофон будет открываться по 5 цифрам. Вот так вот оно получается. Если вы подойдете к какому-нибудь домофону и попробуете ввести 1, 2, 3, 4, дальше оно не откроется. Надо будет еще одну цифру ввести, вот только тогда откроется дверь. Потому что на домофоне будет стоять пятизначный код. На этом все. Автор видео Каштанов Илья. Всем спасибо за внимание. Всем пока.